This is the story of a witch and wizard, and they made a magic potion for casting spells, and those spells will turn the city topsy-turvy, and it's up to the animals to save the world. It's a witch. Mega magic, mega magic, retro potion. 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 Retro potion. Mega magic, mega magic, retro potion. Всем привет! После длительного перерыва я решил провести тестирование Майлшторма с учетом улучшенного бонуса на откачку. CCP ему подкрутила возможность подольше пожить, добавила щепотку скорости и сканреза, чтобы быстрее назойливый ягуар ловить. Хотя я не специалист по УП, меня заинтересовало улучшенное выживание. Оказалось, что с зеленым шилдбустером он может выдерживать до 2000 DPS при условии наличия контейнера с батарейкой. Праксис, конечно, хорош в C4, но без имплантов и апгрейдов он не достигнет уровня фарма для C5. Хотя, если смотреть в сторону времени, то Маэлю будет оптимально летать C3, так как целый час делать 250 кк может показаться вечностью. О дрифтере речи нет. Его проще отдать на съедение сильным крабам или трейдламам. А что касается фита. С недорогими бустерами, если БШ в 5 до 2000 откачки, если в 4 до 1900, ДПС до 1200 вблизи и от 400 на дальних дистанциях. Возможно, заметили, что капа реген немного завышен. Это сделано специально, чтобы снизить потребление батарей. Также для более быстрой перезарядки используется Т2 Кабусь. Рефит. Когда необходимо бороться с фрегатами, стоит заменить одну инвулю и два паяльника на две сетки и грабли. Если остается один фрегат, лучше перефититься обратно и добивать его дроном. Если без артиллерии, то чтобы сохранить ударную мощь баражей, рекомендуется использовать 3 трек энчансера или установить 1400-е пушки и радоваться аппликейшену. По фарму. В C5 предпочтительно фармить особняк, так как непись далеко не разлетается. Далее можно погонять карантин или гаррис, но второй долго делается из-за РР откачки. Как фармить? Если у вас один человек, лучше всего выбрать индус, который сможет пережить урон от альфы пуш. Подлетев к буке на 30 км, сбрасываем 100 батареек и 50 дрон. Затем пересаживаетесь на Майлшторм, и после прилета сбрасывайте депошку и трактор, чтобы подтянуть контейнер или обломки индуса, как повезет. Если у вас есть товарищи, то вы можете подлететь сразу на краб-мобиле, а ваш друг с 30 км сбросит вам батарейки и дрон. А как это делается, смотрите на экран.
такая мощь Маэйда. Вероятно, ПВПшники уже сделали на нем впечатляющие киллы, а мы только начинаем раскрывать его потенциал. Фиты и дополнительные советы всегда доступны в Discord Cindy Memes. Не забудьте поделиться в комментариях, что вам понравилось в данном подходе и какие внесли бы коррективы. До новых видосов!